эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Буддисты говорят: «Я есть то, что я ем». А если подойти к этой истине с точки зрения простого жителя современного мегаполиса, то получается, что рестораны большого города – это его душа, а также лицо и тело. Как все это предстало перед гостями премии «Что, где есть» в Челябинске, смотрите прямо сейчас. Модные бары, рестораны авторской кухни, семейные кафе. Челябинские рестораторы не перестают удивлять своих гостей новыми концепциями вкуса и атмосферы. Этим и объясняется популярность премии «Что, где есть» в Челябинске. Появились интересные проекты даже за этот год, вот, который мы полгода прошло с прошлой премии, и уже видно, что как-то люди поверили в то, что это возможно. И самое главное, что поверили в это и рестораторы, и клиенты. На мой взгляд, есть много таких как раз-таки заведений, которые не на слуху, но тем не менее были бы интересны потребителю, да, прийти туда с удовольствием покушать, провести время. И вот эта премия, она позволяет как раз-таки донести эту информацию. Да, это очень много. Это целая культура, это целый пласт. И если мы бодрые, радостные, веселые, наполненные энергией, потому что мы вкусно, хорошо покушали, то у нас все остальные свершения и дела получаются прекрасно и вот на удивление легко. Для каждого ресторатора его любимое дело – это больше, чем бизнес. Душа болит и за интерьер, и за персонал, и, конечно же, за кухню. Именно поэтому так важно получить заветную тарелочку. Победа является стимулом для развития, для новых открытий, новых проектов. Это нужно делать просто проекты с душой. И тогда в какой-то душе найдется отклик для того проекта, который делает ресторатор. Я на самом деле делаю проекты, просто которые я бы хотела видеть в нашем городе. Теперь о том, как выбирали победителей. Сначала был этап открытого голосования, по результатам которого определили тройку лучших в каждой номинации. А затем свое мнение высказали 40 экспертов, в числе которых известные бизнесмены, общественники, журналисты. Мы приучаем людей к вкусу. Они, когда приходят к нам и учатся готовить у наших шеф-поваров, готовя определенные блюда, они понимают, что им может в нем не нравиться, что какой ингредиент можно добавить, убрать. И тем самым, когда потом, приходя в ресторан, они могут понимать, что им принесли и чего там не хватает. Я думаю, что люди, которые приходят в ресторан, они не просто хотят пообедать, а получить какие-то эмоции. То есть мы работаем ради эмоций, и это радует. Итоги второй ресторанной премии «Что, где есть» в Челябинске оказались следующие. Лучший шеф-повар – Азамат Абдрахманов, ресторан «Сова». Лучший интерьер – гастробар «Толстой». Кофейня «Бель-Этаж» победу одержала сразу в двух номинациях – «Лучший завтрак» и «Ресторан на каждый день». Самое вкусное мясное блюдо готовят в классике жанра, а фирменное – в ресторане «Семь пятниц». Лучшей командой признан коллектив «Борис Бара». За вклад в развитие индустрии приз достался студии «Базилик». Открытие года – «Шах и мята». Лучший ресторан – «Базилио». Таковы итоги этого полугодия в ресторанной индустрии. Вы смотрите Beauty Time. Далее о выпуске «Стильные решения». Три дизайнерские концепции модных образов для предстоящего лета. Сегодня дизайнеры Тисуры вдохновились Диким Западом, с его ковбойским стилем, а также темой миссионеров и переселенцев. Кроме того, их вдохновили фольклорные мотивы и эпоха хиппи. Пример тому – асимметричное джинсовое платье, декорированное бахромой разной длины. Изящество этому образу добавляет тесьма, расшитая золотыми розами. Сочетание денима с золотом – далеко не единственный вариант для этой идеи. Оттенки бахромы и орнаменты вышивки в этом сезоне представлены во всем многообразии. Игривый и кокетливый образ подружки-ковбоя создан из льна джинсового цвета с белоснежной вышивкой Ришелье.
Нежность образу добавляет белая кружевная тесьма и бабочка на чокере. Вариациями на тему может стать лен с вышивкой любых оттенков, от деликатных до очень ярких, в сочетании с кружевной лентой различной ширины. Идея, затронутая ретро-флером, романтическое платье из хлопкового филь-купе с длинной многослойной юбкой. Лиф платья украшен кружевом с цветочным узором контрастного оттенка. Им же подчеркнут каждый ярус. Повторить все это можно в любых цветовых сочетаниях. Главное, чтобы вокруг было много цветов, поскольку идея женственности – главная составляющая этого образа. Лето – пора модных экспериментов, время разнообразных нарядов и поводов их надевать. И как здорово, что все это только начинается. Тессура. Роскошь в тканях. Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция, курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика 775-19-88. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Красоты много не бывает, и сегодня ее ищут и находят везде. В модельных агентствах, школах и университетах, на предприятиях и в офисах. Последнее – это как раз наш случай. В Челябинске прошел кастинг регионального тура конкурса «Мисс Офис». На самом деле сегодня уже второй кастинг, и буквально через неделю ровно состоится финал 27 мая. И критерии, ну, простые. Это, конечно же, красота. Это подача, это харизма, это наличие талантов. Петь, танцевать, говорить стендапы, акробатические этюды, я не знаю, там, сценки, номера, стихи и так далее. Все это обязательно должно быть в девушке. Скажем, вот этот выход из зоны комфорта, он очень важен девушке, он очень развивает, расширяет границы. Сегодня, но важное условие – это чтобы девушка работала. Работа должна быть связана с офисом. Вот. И также у нас есть творческий конкурс, творческий этап. То есть у девушки должно быть помимо офисной работы какой-то талант, какое-то хобби, чтобы она была многогранной личностью. Конечно, думаю, в первую очередь это зарядиться эмоциями. Ну и думаю, чтобы поднять самооценку и в качестве саморазвития. В этом году на конкурс подали заявки сотрудницы фитнес-клубов, менеджеры и руководители отделов, а также экономисты и дизайнеры. Основная причина участия – возможность отдохнуть от рутинной офисной работы и окунуться в атмосферу творчества. Я очень творческий человек, и, наверное, хотелось бы запомниться именно какой-то изюминкой не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения внутреннего мира. Буду собой. Я даже, честно говоря, ничего не придумывала, просто на лайте пришла. Как есть, так есть. С
следующий раз мы встретимся с девушками уже в финале. По словам организаторов, это будет грандиозное шоу. Победительницу выберут 27 мая в роскошном зале «Сувенир Эксель» отеля «Березка». Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что гигиеническая процедура педикюра – явление всесезонное, именно в летнее время услуги профессиональных специалистов пользуются особым спросом. Кто-то считает, что с обработкой стоп и ногтей можно справиться самостоятельно. Но в качественном профессиональном исполнении эта услуга обеспечивает не только ухоженный вид ногам, но и позволяет предотвратить некоторые серьезные проблемы. Все-таки рекомендуется прийти к специалисту, который классическим, либо уже новым способом аппаратным сделает ваши ножки не только красивыми, но и гладкими, а также здоровыми. Аппаратный педикюр – это намного быстрее, это лучше во многих, скажем так, позициях, потому что при помощи аппаратной техники можно хорошо зашлифовать стопу, из-за чего у вас будет очень гладкая кожа. Проблема вросшего ногтя, с которой приходится иметь дело специалистам-подологам, обычно возникает из-за чрезмерно узкой обуви, а также неправильного ухода. Неправильное подстригание ногтевой пластины еще приводит к вырастанию. Если человек сам подстригает, некоторые любят нос подстричь так вот побольше, да, вырезать, это тоже неправильно. Некоторые мастера так могут сделать. То есть это надо подстричь, правильно подпилить. Если вросший ноготь приносит дискомфорт и даже боль, может потребоваться специальная методика коррекции – титановая нить. Титановая нить – это такая маленькая проволочка, которая помогает высвободить ноготь из ложа, чтобы он рос правильно и нужной нам формы. Она ставится быстро, легко, в принципе, безболезненно, никакого дискомфорта после этого в дальнейшем нету. Не стоит забывать о ежедневном домашнем уходе. Ноги требуют не меньше внимания, чем руки и даже лицо. Обязательно любая девушка должна иметь хороший крем. Крем должен быть, скажем так, насыщенный маслами, которые будут питать вашу кожу, кокосовые, макадамии и прочее. Они должны быть жирными и не должны иметь сильных синтетических отдушек. Вы должны хорошо подготовить кожу, очистить, а после этого уже наносить уход. Также большинство девушек уже привыкло к нанесению масла для кутикулы на руки, но также это нужно делать и с ногами, конечно же, потому что там тоже кутикула, она может налипать, может грубить, что в целом плохо влияет на вид ваших ножек. Делать профессиональный педикюр рекомендуется примерно раз в месяц. Именно столько держится на ногтевых пластинах современное покрытие гель-лак. Что же касается дизайна, как и в случае с маникюром, современные мастера предлагают различные материалы и техники. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чистый небесный оттенок дизайнеры предлагают едва ли не каждый летний сезон. На этот раз нежный голубой Институт Пантон называет Baby Blue. Его прелесть в его универсальности. В лаконичном крое он может выглядеть по-деловому, в легких струящихся фактурах романтично. Прохладный голубой может быть востребован как в городском образе, так и в расслабленной курортной обстановке, как в элегантном однотонном варианте, так и в характерном принтованном. Что касается сочетаний с другими цветами, беспроигрышный вариант – белый или молочный. Более сложным будет выглядеть контрастная подача, например, с коралловым. А, а.
Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Второй фестиваль органического образа жизни «Organic Nation» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.